Добрый час. И с вами, как всегда, Маргарита, и это ИЦИ, школа успешных продаж. И очередное видео, постараюсь уложиться опять в 10 минут, в котором я вам покажу один очень интересный ход, который вы можете использовать, чтобы дополнительно себя показать правильным людям. Это очень важно, засветиться там, где надо. Почему речь пойдет о блоге? Давайте. Многие из вас на форуме спрашивали, как же попасть вот сюда. Давайте смотреть. ИЦИ-блог. Да? Вариант, когда вот о чем-то авторы сайта, эдиторы, редакторы, да, редакторы пишут. И как же сюда вот попасть? Как же сделать так, чтобы ваш магазинчик засветился, засветился в нужном месте? Что это может дать? Это может дать экстра пиар, да, такой пиар-ход, не знаю, есть такое слово или нету. Но вот как же стать видимым, да, чтобы вас заметили? Так, мы возвращаемся на нашу главную страницу. Каждое утро начинается с просмотра, что же нового сделали на ИЦИ, да, и что я еще не успела сделать. По поводу этих баннеров, заставочек, мы уже с вами в одном видео говорили, я попытаюсь сделать линк, чтобы вы кликнули и посмотрели. Мы спускаемся дальше, и опять-таки, я знаю, что не у всех показывают информацию по блогу. Я так думаю, что поскольку это у меня старая настройка, то у меня показывают все мои favorite и так далее, все мои подписи. У кого-то не показывает. Если у вас не показывает вот это окошечко, вы просто вниз спускаетесь и идете в раздел ИЦИ-блог. Хорошо? Но поскольку мне это все видно, я иду здесь. И что я вижу? Сегодня, буквально несколько часов назад, обновился вот этот вот блог. И что я здесь вижу? Здесь есть ребенок, здесь есть флажки, значит, что-то связано с детскими одеждами и так далее. Да? Здесь у нас с вами что было? У нас с вами здесь были ананасы и так далее, и так далее. Здесь новый блог-пост по поводу того, как сделать memory board. Да, на магнитиках. Что мы с вами делаем? Когда мы кликаем с вами вот сюда, Featured Shop, шоп, который вот буквально 31, наверное, вчера, да, вчера, я его не видела, либо ночью запустили, ну, неважно. Здесь идет информация, вот красивая девочка, текст, постарайтесь прочитать этот текст, что было в теме. Женщина, которая создает, вот ее дружная команда, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Все, это как бы красиво, интересно. Историю можно прочитать, посмотреть. За чашечкой кофе, как я это говорю, примеры, как она фотографирует, да, то, что вот продается. В каком стиле это все идет. Все это замечательно. Но наша задача с вами... Спускаемся дальше. Мы с вами спускаемся дальше. Мы вдохновляемся. Вот показано, как у них все это оборудовано, как они это делают. Ла-ла-ла-ла-ла, как они отправляют это все. Все замечательно, да? Дальше на ее магазин. Можно посмотреть на ее магазин, что там такое. Детская одежда, узкоспециализированное направление с 2012 года, больше чем 6 тысяч заказов. Замечательно. И вот вы видите, человек уже нашел, он ориентируется только вот на деток, да, то есть и в каком стиле она это все выдерживает. Дальше, что мы идем? Многие из вас тоже шьют, многие тоже занимаются детскими вещами. Пока вы о себе не заявите, вас, пока вы не примелькаетесь, вас не заметят. Поэтому после каждого... Эта девочка очень интересно пишет всегда. Поэтому после того, как вы это все просмотрели, у нас здесь есть поле для комментариев. И если вы посмотрите, люди комментируют. А это что значит? А это значит... что, скорее всего, человек находится в этой же теме. Если автор топика просматривает... Каждому нужно писать... Не каждому, а блоги должны писаться. А о ком писать? Вот, а почему бы не о вас? А как вас найти?
А вот запустите здесь отзыв про себя, и вы увидите. Может быть, это не сразу выстрелит, но вы, как я говорю всегда, вы сажаете семечко. В какой-то момент оно прорастет. В один определенный момент эдитор вас увидит, заметит, напишет вам, разрешите написать о вас статью. Замечательно. Давайте посмотрим, что здесь у нас. Здесь вот у нас человек, который продает, тоже, видите, из Латвии, да, то такого плана работы делает. Да, то есть уже как бы уже находитесь вы в тематике не тех, которые только начинают. Вот эта девочка постоянно комментирует. Да? Давайте посмотрим, что здесь у нас. У нас здесь 2011 года тоже. И опять-таки вы уже можете, прочитав текст, и написать о себе. Да? Не презентовать себя так, чтобы было интересно прочитать. Просто иногда просто достаточно благодарим за интересный пост, бла-бла-бла, желаем всего самого лучшего и так далее. Но если у вас, если подойти с творческим моментом, да, значит, с изюминкой, тогда уже можно что-то чуть-чуть подробнее написать. Я сейчас все читать это не буду. Возьмите там кому-то интересно, да, кто-то вот одним словом, кто-то вот так вот написал. Но главное, вы сюда зашли, вы отписались, и чем чаще вы это делаете, тем больше возможностей, что когда нужно будет автору блога написать какую-то статью, у него уже будет на заметках тот или иной магазин. Может быть, ваш магазин будет следующим на заметке. Вот именно так вот, скорее всего, попадают в... Зависли, попадают вот в такие вот прям вообще с утра без кофе. Вот именно таким образом, да, можно попасть редактором на карандаш. Да, вот так вот мы это назовем. Поэтому каждый раз, когда вы просыпаетесь, смотрите, что нового добавили в разделе блог. Давайте посмотрим этот July 28-го, да, и давайте посмотрим, здесь они туториал делают и так далее, и так далее. Может быть, кто-то из даже своего магазина сделал такой вот блог и так далее, Explore Back to School DIY. И опять-таки, а если это featured, то есть если это написали, значит, уже можно, где обязательно будет линк, где шопится, да, то есть этот линк будут во многих людей. И вы смотрите, что здесь продается, если вы продаете supplies. Вот сейчас очень готовится к этому, к первому дню школы, такие вот дощечки. Меня кто-то поправил меловый, я не меловый. Я не знаю, как она пишется, как она по-русски, школьная доска, но чтобы мелом на ней писать, неважно. Дальше текстбукс, всякие обложечки. У кого-то у нас тут были обложки на книжку. Тоже вот сюда вот можно смотреть. Protect your textbook, gift wrapping to create unique books cover, так далее, так далее. И поехали, и поехали. Вы дальше уже смотрите и разбираете, что у вас у кого-то там наклейки, у кого-то там какие-то записочки, у кого-то тетрадочки и так далее. То есть вот ваша категория. И вы уже сюда можете из блога перейти и посмотреть, что может подойти к вам. И опять-таки, здесь что-то у нас рекомендуют по теме и 17 комментариев. Если у вас есть что-то такое в этой тематике, поставьте свой комментарий. Давайте посмотрим, что у нас здесь. У нас здесь вот, пожалуйста, винтажный магазинчик сюда поставил комментарий. Ну, значит, что-то правильно делает. То есть это все ходы и выходы, как засветиться себя. Поэтому нужно быть на вооружении, всегда нужно смотреть и делать эту движуху. Так, надеюсь, вам это мое 10-минутное видео помогло, включило ваши мозги в определенное направление. Смотрите, улучшайте свой магазин и до очередного подкаста. С вами была, как всегда, Маргарита, и успешных продаж. Всего доброго, до свидания.